И всем какой народ, с вами снова я, Жабка, и по ходу разрабы, точнее комьюнити, менеджеры там, разработчики, не знаю кто, все-таки спалили нам дату выхода обновления. И сразу говорю, ребят, это всего лишь только мои мысли, только мои доводы, это не точная информация, может быть она и будет, может завтра, внезапно, вот. А я не знаю, как это точно будет, это всего лишь мои мысли, запомните. Вот, поехали. А как вы знаете, сегодня было обновление на 46 мегабайт, вот, и в нем убрали возможность покупать ваучер, вот. Ваучера сейчас в игре нет, и те, у кого был ваучер, все они получат алмазы когда-то там в ближайшее время. А что группа ВКонтакте написала? Группа ВКонтакте написала, что все эти алмазы будут высланы в течение нескольких дней, и на следующей неделе они предоставят нам новую систему, типа ваучеров, которая будет намного круче, все дела, ло-ло-ло-ло-ло, вот. Это ВКонтакте написали. А что же написали в Фейсбуке ребята с Испании? Тоже официальный источник, вот. Они написали примерно то же самое, но еще поделились датой, что 27 июля. Следовательно, 27 июля это дата выхода обновления. Почему еще я так думаю? Потому что 27 июля это день, когда заканчивается сезонный пропуск. Вот. И начинается новый. И поэтому, скорее всего, в этот день, в эти дни, в эти вот два дня будет установлено обновление. Это только это мои мысли, ребят. Вот. Если что, пишите в комментарии, как вы думаете, 27 ли июля будет обновление. Всем кока, ребят. Удачи и спасибо, что смотрите меня. Ах да, еще в этом обновлении добавили кейсики для персонажей, типа, чтобы собрать пазлы, там все дела. Всем как-то.